Hey, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Lone Kings. Так, мы святилище душ побывали, так, в серединку погнали. А, я ж теперь могу стекла ломать. Ой. Ой. А теперь мы идем обратно к нашим, так сказать, скамеечке, потому что у меня минус 3 хп. Минус 3 хп это много. Не-не, до свидания. До свидания, мужчина, до свидания. Да, теперь нужно будет... Так, ниже. Нужно же теперь будет эти, получается, искать мне. Проходики, проходики. Точно, тут же закрыто у нас. Тогда идемте вниз. Кто скулит? Одно из двух, либо меня сейчас хотят жестко наебать. Походу, что да, поэтому нафиг мне надо. Погнали туда, куда мы договаривались. Ага, тихо, а это мне нужно, получается, в самый низ. Все нормально. Текс. Получается, мне нужно в эту сторону и наверх пойти. Ага, а здесь? Так далеко наверх не сходишь, на самом-то деле, получается. Да? А может там что-то есть на самом деле? Ай-яй, ай-яй. Так, минус. Я уже собрал себе на еще одного друга фонаря. Нет, там наверху ничего нету. Так, вниз еще есть проход, смотрите. Еще есть внизу проход. Так, сюда. Либо я могу еще ниже пойти, либо в сторону. Так, открыли сокращение пути. Поехали вниз. Я теперь могу, по идее, сломать здесь с помощью способности. Значит, я могу еще пойти в ту сторону. Мне теперь дозволено. Опа, здесь оказывается у нас магазин. Так, так, в поисках древности, да? Ничего тут не трогай, это моя коллекция, и я не буду продавать ее грязным мелким скитальцам. Но я полагаю, в своих трансах тебе повстречалось много интересных вещей, может, хочешь продать мне парочку, а я хорошо за них заплачу. Эти дневники помогают нам заглянуть в умы и сердца тех, кто жил до нас. Они довольно распространены, поэтому много за них я не дам. Печать Хеллестона. Эти узорные печати были официальным символом короля и его рыцаря, являющимся большим достижением для своих владельцев. Так, короля и рыцаря давно уже нет, но эти печати до сих пор в цене. Готов неплохо заплатить за такую. Ну тогда...
Мне придется отказаться. И потом в следующий раз я к тебе приду и дам. Так, пойди, тут должен быть путь. Так, а там у нас... Тык-тык-тык, ну короче, только вниз путь. О, тихо. Посмотреть. О памяти о полом рыцаре. В честь храни... Так. В черном хранилище высоко над нами. Благодаря этой жертве Хэллстона будет стоять вечно. Храм черного яйца добавлен на карту. Ну, ништяк. А, Каеев. Значит, я знаю, куда нам нужно теперь идти. Вниз. А вниз под наши... Что, нет? Серьезно, механизм? А, да, использовать ключ. Да я магию заюзал. Стоять, а это получается у меня ключ из... Всё, потратился? Ля, у меня ключ потратился. Ух ты ж, ё-моё, значит, это полезная штука была. Ладно. Ловец душ. С помощью этого амулета шаманы добычи душ из окружающего мира. Позволяет высекать из врагов больше душ с каждым ударом гвоздя. У меня ж такой же есть. Окей. Ну, поехали вниз. Королевский... Токен. Суицидники. Распространенные убийцы. Так, там лавочка, окей. А вдруг это брехня и на самом деле там ловушка? Ага. Типа поверил. Нихера себе! Фотограф. Здесь как будто сердце какое-то бьется. Не, за картами я пойду обязательно, поэтому я сюда и пошел в эту сторону. Чисто из-за карт. А, я могу плавать. Ты ж ё-моё, я думал, я плавать не умею. И оказывается, нет. А, ну это отсюда я пришел, да, получается? Тухлое яйцо. А где катограф херов? Я сюда как бы за картами пришел.
Еще часть маски. Меня ж обманули. Вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь, да? Меня надурили на карты. Я думал, мне карты дадут. Короче, лучше этих тварей не трогать. Так, ладно. Попробуем через верх. Карты, вот лежат карты. Вот лежит же карта. Лист от карты. А где картежник сам? Может, все-таки он наверху был? Опасно, опасно. Главное, что каждая часть это атакующая часть. Тухлое яйцо. Неужели я нашел картежника? А, так я могу сюда спуститься. Тогда все нормально. Ну, это типа мини-аренки. А нет, это не мини-арена, потому что там... Ладно, уж добью их для всех. Да. Я тут... Охо, разве это стоки не завораживающие? Да, тут целый лабиринт из труб и тоннелей. Это место так и просто просится на карту. Все так организовано и спланировано до малейшей детали. Совершенно не похоже на этическую систему пещер. Но, увы, мой хоботок чует близость грибных пустошей. А это значит, что мое приключение близится к концу. Похоже, и эта карта закончена. Давай купим карту. Да уж, стоки тут. Стоки, стоки, стоки. Все готово, картки я получил, можно отсюда валить. Кажись, там только вниз по воде. Жизнь, только я найду так путь. Так, и по стенам, да, только? Ладно, поехали вниз. О, отдохнуть. На самом деле лавочка.
Я думал, меня надурить решили. Да летучие мыши такое, такие звуки издают. Так, я еще не был с той стороны, да? А, не, был. Да, это нормально. Тогда сойдет. Так, слышу еще яйца где-то. Тык-тыкают. Тык-тык, тык-тык. Готово. Главное, для чего эти яйца тухлые? Как ингредиент, мне кажется, и покатит. Я фиг его даже знает. Зорозу. Нет, я туда не пойду. Так, что ниже? Так, здесь я был, короче говоря. Да, можно идти теперь в эту сторону. По низу. Просто путь. Окей. Тогда пойдемте мы с вами сюда. Бу! Агломера! Ха! Это кто сказал? Кто говорит? Ико, Ико, Мара! Да иду я к тебе. Мера, Мера, Ако! Румас! Румас? О, чувствую сейчас... Навозный защитник. Дома. Перезли. Дома. Ана! Я тебе болен. Дома.
Вот черт, зараза. Вот черт, а там теперь будет моя тень. Окей. Допустим. Главное, что к нему еще нужно дойти и доползти вот это. Так, главное сейчас сразу на него не обращать внимания, сразу идти в тень. Тень грохать. Почему, скажите, почему он атакует? Он же спал. Давай, вставай. Вот жук, кажется, это сдулся. Я его пока не убью, я дальше не пойду. Душу мне там до хера. Ха-ха-ха!
проблем! Что придумаешь на этот раз? Я не могу бить! Главное понимать, куда камешки эти падают. Тихо, тихо. Плывун хером. Мореплаватель, дерьмо. Ладно, тихо. Все? Честь. Раньше в дерьмо улетел. Герб защитника. Так, какой-то поток воды я запустил. Окей. Пум-пу-пум. Город слез. Мне лавочка нужна. Окей. Какие-то вражинки такие, как обычные жители. Так, лавочка. Мне нужна лавочка. Ев. Вверх. Так, там у нас ничего. Скорее всего, битва с боссом. Нафиг надо, вниз. Мне нужно сохраниться. Нужно еще вернуться, заплатить за продажу. Блин, да, нужно, короче, поехать закупиться. Побрякушками. Поехать закупиться побрякушками. Так, лады, поскакали. Так, все, да? О, скамейка, скамейка.
Так, окей. А, нет, 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 мне нужно наверх. Я что-то запутался, да, немного? Скамейка. Дорога как скамейки, скамеечка. Наконец-то. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Ух, а ну карту чекнем. Королевский стоки. А давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Там в городишке побегаем. Я оттуда тогда и начну. А души, души будем, наверное, тратить. Давайте, короче, купим ключ обычный, пойдем на поверхность, откроем там дверь. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. А еще пойдем убивать богомолов в следующей серии. Поэтому всем пока.